ужасный. Прекрасно. Лера держал. Прибыли в Казань, Татарстан, пробираем вещи. Добрый вечер, Казань. Красиво. Смотри, самый центр. Да. Это что за здание? Это здание кабинет министров, герб Республики Татарстан. Белый барс. Белый тигр. А вот где горят люстры красивые, это кабинет президента Республики Татарстан. Михайлова. Прекрасно. Ну что, пойдемте в ратушу? А это оперный театр. Здесь проходят Шаляпинские и Нурейские фестивали. Знаменитые. Это раз, кто попасть, здесь, сложно достать. Ну, можно. Это вот ратуша, где мы будем. Консерватория, орган. В Казани много театров. Да. Ну вообще это молодежный город наш Казань. Нам с всего мира приезжают студенты. И женятся, остаются здесь. Жить. Потому что условия хорошие. Есть работа. Им надо долго. Мы сейчас вот сюда, да? Или нет? Да, да. Раньше я помню, где это называлось «Дом офицеров». Здесь подходили танцы. Вот такой вот красивый концертный зал. На 200 с чем-то мест. Завтра здесь у нас концерт. Да поминет Господь Бог во Царстве Своем, всегда ныне и присно, и во веки веков. Пресвященные,
митрополиты, архиепископы и епископы, и весь священнический, диаконский и монашеский чин, притчи церковные, братья и прихожие святого храма сего, все для начальствующих, учащих и учащихся, благотворителей, благоукрасителей святого храма сего, поющих, всем и всех вас, православных христиан, да поминет Господь Бог во Царствии Своем, всегда ныне и присно, и во веки веков. Мы с вами находимся в храме сошествия Святого Духа на апостолов. Это храм, построенный в 1731 году, построенный благочестивой семьей купца Ивана Афанасьевича Михляева. В Казани был такой удивительный человек. Он построил в городе 5 храмов, и до сегодняшнего дня сохранились все храмы. Да, в советское время они исполняли другие функции. Вот. Но все храмы, которые построила семья Ивана Афанасьевича Михляева, они уцелели. Вот. Церковь Сошествия Святого Духа на апостолов – это один из храмов, которая была построена им. Он был владельцем суконной мануфактуры, а в городе Казани в то время была, кроме его частной мануфактуры, и казенная мануфактура. И когда Петр I приехал в Казань, он увидел, что дела на частной мануфактуре купца Михляева идут очень удачно, благополучно. Казенная мануфактура находится в убытках. Царь Петр передал в частную собственность казенную мануфактуру Ивану Афанасьевичу Михляеву. Правда, в скорости Иван Афанасьевич покоился, и его супруга Евдокия продолжала уже дело. И первым, что она сделала для суконной мануфактуры, переданной царем Петром I, она построила эту церковь. По сути, этот храм был ведомственной церковью, построенной для рабочих суконной мануфактуры. Так начала развиваться история суконной слободы города Казани, и храм Сошествия Святого Духа стал центром, духовным центром этого района города. Храм существовал до 1932 года как храм. Это был очень живой, многочисленный приход, порядка 4000 человек было приписано к этому приходу. И поэтому, когда повстанцы Пугачева зашли в Казань и не брезговали разорением храмов, то этот храм не разорили, потому что приход не дал. Был настолько дружным и многочисленным, что церковь эту не разорили. В советские годы, когда храм закрыли, то вначале здесь был клуб, потом школа западных и бальных танцев, а потом долгие годы находился кукольный театр. Здесь, где мы с вами находимся, находился зал, в алтаре находились гримерки, а там, где солья, находилась сцена. Вот. Левый предел нашего храма, освященный в честь святаго священномученика Харлампия, это предел, в котором был вестибюль, где проводились елки новогодние,
Вот. И, конечно, если мы посмотрим фотографии, как выглядел храм до его реконструкции, до его реставрации, то увидим, как насколько было обезображено лицо храма и внешне, и внутри были большие изменения. Этот храм известен в городе Казани еще и тем, что, начиная с 9-летнего возраста, в этой церкви пел Федор Иванович Шаляпин. Со своей семьей, после смерти своей сестренки, они переехали с одного района города сюда, жили напротив церкви. Здесь стояли двухэтажные деревянные дома напротив храма, которые, к сожалению, сейчас снесены вот, при подготовке к тысячелетию, к универсиаде города Казани. Вот. И однажды 9-летний мальчик Федор, будущий великий певец, услышал пение хора на втором этаже дома, в котором они жили. Он поднялся наверх, оказалось, что там проходит спевка Духосошествующего хора этого храма. И регент, который был на то время, Иван Осипович Щербинин, спросил мальчика, что ему нужно. На что Федя Шаляпин ответил, что он хотел бы петь в хоре. Иван Осипович взял со стенки скрипку, проверил слух мальчика. Вот. И первое время Федор Иванович Шаляпин около 2 месяцев раздавал ноты в хоре, а потом стал певчим этой церкви и пел здесь до своего совершеннолетия. У него сложились очень теплые взаимоотношения с служителями этого храма. И однажды пришла жительница города Казани, которая принесла мне фотографию своего деда. И фотографию Федора Ивановича Шаляпина, которую он прислал своему деду, отцу Константину, батюшке этого храма. На обратной стороне фотографии Федора Ивановича было написано «Дорогому отцу Константину от Феди Шаляпина». Вот. То есть, как музыкант, как певец, Федор Иванович Шаляпин формировался здесь. В какой храм Казанский не зайдешь, все говорят, что он пел здесь, и там. Действительно, и сейчас такая традиция есть, и раньше она была, когда хорошие голоса приглашали в церковь попеть, да, на какие-то праздники, на престольные праздники. Но формировался и начинал свою творческую музыкальную карьеру Федор Иванович Шаляпин именно в этом храме. Если мы почитаем его дневники, мы увидим, что он хотел стать диаконом, да, православной церкви, но некоторые обстоятельства помешали ему. Так вот, этот храм после того, как здесь был кукольный театр, был передан в 2012 году Казанской епархии Русской Православной Церкви, и 27 декабря этого года, вернее, уже 2020 года, ушедшего года, мы отмечали 5-летие со дня освящения этой церкви после ее реставрации, да, после окончания ремонтно-реставрационных работ. Сейчас храм является приходской церковью для родителей наших воспитанников гимназии. Рядом с храмом находится гимназия православная города Казани. И основная, конечно, часть прихожан – это родители наших воспитанников. У нас при храме есть 4 хора. Это основной хор, любительский хор, хор фольклорного ансамбля и детский хор. Поэтому вот мы тоже рады вас приветствовать здесь, в городе Казани. Казань – город со славными музыкальными традициями. Вот, и здесь люди умеют ценить музыкальное, вокальное искусство и всегда благодарны, когда слышат хорошие коллективы, хорошие голоса. Спасибо, батюшка. Но мы надеемся, что теперь в вашем приходе появился 5-й хор. Хор группы Ларго. Здорово. Здорово, да, спасибо. Красивая музыка,
красивый отдых, книги под открытым небом, фортепиано в свободном доступе, ну, летом. Сейчас каток 1.5 километра, искусственно залитый лед, и заканчивается вот в конце у моста Миллениум, он на горизонте. Единственный в России парк уличных экстремальных видов спорта, называется Урам. Урам переводится как улица, поэтому и там же граффити. Вот 8 видов разновидностей этого экстремального спорта имеют там свои площадки, великолепно оборудованные. То есть все в восторге, кто посещал, говорят, равного ничего еще не видели. Плиты чугунные вылиты на Урале, на демидовских заводах. Есть клеймо, сохранилось. Сейчас я вам покажу. Этот пол с подогревом был установлен в 18 веке, в 1746 году. И уже тогда был предусмотрен подогрев. Внутри система из витых труб медных. Внутри стен керамические воздуховоды. Один из них вы видите вот сзади вас на стене. Если туда руки поднести, да, то там теплый воздух оттуда уходит. А если пол потрогать, сейчас попробуем. Да, он, вот потрогайте, как дома. Слушай, теплый пол. В 18 веке сделали? Да, да. Только раньше дровами топили, а сейчас сменили систему. Ну, понятно. Паровое отопление. Да, да. Вот те колокола, о которых я вам говорила, видите? И происходит удивительное превращение физически. О чем я говорю? Когда колокольня звонит на улице, разносится звон далеко, а здесь он остается внутри стен. Поэтому ощущения совершенно другие. Тем более мы стоим ногами на чугунном полу, и мы в эпицентре колокольного звона. То есть организм сам входит в резонанс, получается, что совершенно другие ощущения. Даже некоторые говорят, что терапевтический эффект происходит на физическом уровне. Пойдемте, я вам покажу клеймо памятное. Стояли все люди знаменитые, которые приезжали в Казань, и они после этой даты, они, безусловно, здесь останавливались, потому что это достопримечательность. Например, здесь стоял Александр Сергеевич Пушкин, он был в нашем городе в 1833 году, собирал материал для изучения Пугачевского бунта, потом отобразил в своих книгах. Вот, и здесь стоял, ну или проходил Иоанн Кронштадтский, святой, который служил здесь одну литургию божественную. Стены, которые нас окружают, это древнейшая постройка. То, что из белого камня, известняка, было построено при Иване Грозном. Храм заканчивался вот здесь, в 16 веке. Здесь были входные ворота. Расписан был первоначально фресками. Смотрите, реставраторы открыли 3 фрагмента. Наверху, там, где паникадило прикреплено, прямоугольный фрагмент охристо-коричневого цвета, Троица. Историческая. Да, да, историческая, 17 века. Дальше еще один фрагмент вот здесь. Пойдем. Нашими головами изображена образ Божьей Матери, ну, казанский образ, потому что перед ней предстоит сон святых, не каких-нибудь, а именно казанских святых. И вот видите, наверху окно, над верхней частью окна шестикрылый серафим изображен. Первоначально весь этот объем был фресками расписан, причем он целый век дожидался мастера, который сможет его расписать. Но поскольку пожары были очень большие и очень мощные, здесь все выгорало, и поэтому фрески были повреждены огнем и были записаны вот этой масляной живописью. Считается ремесленный образец, но тем не менее уже исторический образец писал Николай Львович Сафонов, знаменитый палехский живописец и иконописец вместе со своей артелью. Туда входили сыновья, племянники, ну, в общем, члены семьи. Вот. И иконостасы сгорали в огне тоже регулярно. Таким образом, 6 погибло в огне. А 7-й был разрублен при советской власти, утилизирован с формулировкой, не имеющей художественной исторической ценности. Это уже 20 век, написано Сергеем Брагиным, столичным реставратором по канонам 16-18 века. Вот эта вот золоченая рака, там частица мощей святителя Гурия, нашего казанского святого, первосвятителя. Гурий, Варсонофий, Герман Казанский, самые почитаемые на нашей земле святые. Если вам про них еще не рассказали в житии, то можно... Пока будем ехать, я расскажу, потому что это очень интересно. Спасибо. Thank you.
Радуйся, непобедимая, христиан в бедах, хранилище и преграде. Радуйся, церковь православная, похвало. Радуйся, русской земле утверждение. Радуйся, христолюбивого воинства, помощница. Радуйся, врагов одоление. Радуйся, обет избавление. Радуйся, матерними твоими щедротами всех посещающая. Радуйся, заступница усердная, рода христианского. Вот я говорю, вот он ни разу не закрывался, ни на сколько времени. То есть во времена гонений он был открыт постоянно. И по этой причине сюда все святыни, которые были в окрестных храмах, свозились сюда. Здесь очень много святынь было. Но по мере того, как храмы расстраиваются, новые открываются, сюда потихонечку по благословению митрополита забираются. Ну и здесь есть, пойдемте. Здесь написано. Эта икона, она была в монастыре в Свияжске. Когда закрывали все, ее пожертвовали сюда. А здесь доска с гроба Сергия Радонежского, самой иконы. Вот. Это 16 век. Вот эта икона, она такая почитаемая. Люди приходят, вот, молятся, обращаются. Вот это одна из святынь, которые находятся здесь. Вот. Следующий путь. Можете приложиться. Икона «Спас Нерукотворный». Эта икона была написана и она была установлена Иван Грозный, когда Казань брал. Если вы проезжали по улице Ленина, видели Кремль казанский, да? Вот она была на обратной иконе. Вот это одна из... Вот она, вот, да? Вот это, да. Именно та икона. Вот, она немножко реставрировалась чуть-чуть, но вот как была она в таких размерах, ее писали со знамени Ивана Грозного. Еще достопримечательная книга у нас казанская, которая была обретена, и как бы которую вот украли, брали у нее ризу и все драгоценности. Слыхали эту историю? Да, да? Конечно. Вот, вот это список 100 икон, все размеры соблюдены, вот она как бы самая-самая древняя считается. Колокольный звон. Вот так все рядом находится и православный храм, и мечеть. А это кафедральный, да, у нас находится? Кафедральный. Вот кафедральный Казанский собор.